37 стран-участниц, 500 представлений. Башкирия принимает шестую всемирную фольклориаду. В России она проходит впервые. За неделю гости посетили города и районы республики, познакомились с культурой народов, проживающих в Башкирии, и показали свою. О том, как жители республики готовились и встречали гостей, мы расскажем в дневниках фольклориады. Наше выступление отражает путешествие по всей Колумбии, от побережья до побережья, от Атлантического до Тихого океана. Мы сыграем музыку гор с помощью струнных и ударных национальных инструментов, таких как маримба и типле. Маримба. Мы подготовили национальные песни и танцы, штайрек, типичную для нас польку, вальс и мужской танец краковяк. На основе народных мелодий произведения писались, аранжировывались в современном стиле уже, с барабанами, с гитарами, национальные инструменты в таком синтезе. Ишимбай стал одним из завершающих фольклориаду населенных пунктов. И чтобы устроить такой праздник как для горожан, так и для артистов, требовалась долгая подготовка. Это большая ответственность для нас, и мы буквально в течение месяца со всеми творческими коллективами нашего района, города готовились. Помимо учреждения культуры, вообще в мероприятии были задействованы и молодежные организации. Действительно, это огромная такая вот работа проводилась. Все слаженно работает, сцена, автобусы, питание. Все нравится нам. So many people, so many flowers, so many foods. Так много людей, так много цветов, много еды, мы очарованы. Особенно нам понравились люди. Люди здесь на фольклориаде потрясающие. In the folkloriade was awesome. Очень праздник нравится, люди восхищены сегодняшним днем. Праздник замечательный, и погода замечательная, и люди в настроении, вообще радость. Испанцы очень прикольные, веселые, поляки тоже такие энергичные. После чего приезжают к нам в Ишимбай. Ялалай, 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 ялалай.
ансамбль гармонистов. А нашу программу продолжает чувашский вокальный ансамбль «Шанчак». Чувашская песня «Тыван Лых».